сам развязав руки, ноги и намерения для фланговых игроков обороны. А вот атака Спартака. Жано, передача на Велитона. Нет положения вне игры. Велит приближается к воротам, обыгрывает Буйволова. Ух ты, какой гол! Велитона с левой ноги! Красавец, нападающий Спартака. Великолепно все было исполнено. Но это, конечно, далеко не первый гол Велитона в этом сезоне. Велитон, кстати говоря, забивал и в первом круге, когда встречались эти команды в Лужниках. Спартак тогда после поражения 0-4 Волгу переиграл 1-0. Но такого преимущества по количеству моментов, которые у красно-белых есть сейчас, тогда во втором туре, конечно же, не было. Ну и смотрим еще раз. Велитон, наверное, можно сказать, это достойный ответ Вагнеру Лау. Как же классно сыграл Велитон. Не позволил Буйволову к себе приблизиться. На замахе убрал защитника и пробил с левой ноги так, что у Абаева шансов не было. Классный, красивый гол. Один из претендентов на звание лучшего гола 17-го тура.